В микрорайоне солнечно, в этот июльский день действительно солнечно. Настроение приподнятое, у дома номер один полно детворы. С тех пор, как в мире перевелись шаманы, люди разучились влиять на погоду. А вот зачинщиками всего остального являются именно они, активисты территориального совета молодежи. Сегодня вот общественная организация проводит на добровольных началах вот такие программы по дворам. Причем город охватывается полностью. Каждый день, каждую неделю подбирается время, опять же, погода. Программа предполагается насыщенная, поэтому сначала публику надо разогреть. Интерактивная викторина – то, что нужно. Вопросы несложные, призы вкусные. Сколько пальцев у людей? Всего 20. 20, правильно. Пока народ состязается интеллектуально, ребята готовят площадку для другого противостояния, теперь уже физического. Скажи, пожалуйста, а что рисуешь? А, у нас здесь будет место для фехтования. То есть у нас будут мечи пролоновые, дети будут становиться и учиться фехтовать. Кто из них лучший, кто из них сильнейший, и все в этом духе. Пока не прозвучала команда к барьеру, переместимся на миг вот сюда. Это корабельная верфь. Здесь детишки строили корабль мечты. Я делала очень красивый кораблик. Так. А чем он был так красив? Что было там необычного? Он был очень красивым по цвету. Какой это был цвет? Бирюзовым. Кристина сделала желтый корабль, однако ее страсть – сухопутный транспорт. Я несу свой самокат, и на Сочи не бьюсь. Оставляю на Сочи самокат и сдыгаюсь. Самокат я сам таскаю, сам я сам еле сгоню. Ну а если сам сломать, то сам починю. А тем временем место ресталищ готово. Что же, шутки в сторону. Опробуем новую фехтовальную площадку с хедлайнером сегодняшнего мероприятия, членом территориального совета молодежи Женей. Начинай. Женя, хоть и похож в этом цилиндре на Пушкина, но я уверен, он дуэль не проиграет. Выиграли от проведения сегодняшнего мероприятия все. И те, кто был на нем гостями, и те, кто его проводил. Ведь благодаря этому проекту, инициатором которому явилась администрация Ленинского района, ребята из территориального совета молодежи трудоустроены и получают за это заработную плату. Илья Кремнев, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.